тоже все падает. Да. Слова старого автомеханика. Падает не только гайка, но у него уже давно все упало. Лайфхак, друзья. Так, смотрим, что здесь Антошенька творит. Сайлентблок рисуем. Лайфхак. Стой, сейчас, секунду. Начинаем. Вот сайлентблок, да? Вот выглядит он вот так. Угу. Его можно запрессовать вот так, вот так, вот так, как хочешь. Можно вот так перепрессовать, но всегда есть положение. Угу. Поэтому мы отмечаем, как он стоял, да, и запрессовываем. У нас помимо вот этой поперечины, если обратить внимание, у нас разница есть еще в смещении вот здесь вот. Эта резинка сильнее вплотную, видишь, смещена, угу, а эта нет. Угу. И здесь точно так же. На первый взгляд можно было либо так засунуть, либо вот так. Но наше положение именно вот так. Поэтому запрессовываем. И следующий лайфхак, как не ловить. Как не ловить что? Потом покажу. Потом покажу.